ведущая Ксения Собчак рассказала, как дизайнеры и модельеры относятся к Ольге Бузовой. По словам светской львицы, представители мира моды не очень-то хотят, чтобы певица носила их вещи. О Бузовой Собчак высказалась в рамках нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак», посвященном звездам российского сегмента Инстаграм. Ведущая рассказала гостям довольно личную историю о своей старой знакомой. «Дружу с одним очень модным дизайнером, который почему-то считал, что я близко общаюсь с Ольгой Бузовой, и она мне написала: можешь попросить ее не носить нашу кожаную куртку, потому что она везде ее носит и пишет наш бренд», – рассказала Собчак. По признанию журналистки, она не стала этого делать. Ксения Собчак также подчеркнула: представители модных домов не могут заставить звезд перестать носить их наряды и публично показывать брендовую одежду. Ограничить в выборе гардероба можно лишь в рамках рекламного контракта. А если же звезда покупает обновки на заработанные собственным трудом деньги, никто не может ей запретить их носить.